Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Cats. Я перешел с вами на 21 этап. Это хорошо, нам осталось совсем немножко, и мы скоро с вами получим второй престиж. Так, легендарный сундук нам достался. Открываем и смотрим, что у нас. Ну что же, не совсем то, что я ожидал, но да ладно. Так, ну у нас еще сундук от спонсоров, есть мой сундук, отлично, давайте глянем. Так, отличненько. И спонсорский сундук, сейчас мы еще откроем с вами ролик. Что из него нам выпадет? Ну, так себе, если честно. Ага, вот, комплект здоровья, это хорошо. Ну что же, у нас с вами есть 3 очка на улучшение. Давайте что-нибудь посмотрим, что мы сможем улучшить. Так, ракетницы у нас полностью прапанные. Так, что это такое? За быструю ставку. Какая-то ерунда, если честно. Дополнительный бонус дает для супер деталей. Так, ну вот здесь еще одна ракетница есть. А вот у нас катер. Что лучше? Давайте, наверное, мы все-таки сделаем с вами ракетницу, наверное, по полной программе. Да, все-таки мы с ними ездим. Давайте активируем сундук и пойдем с вами на чемпионат. Посмотрим, чего мы здесь сможем добиться. В данный момент понеслась, как говорится. Оу-оу-оу-оу. Ничего себе. 3 ракетницы, обалдеть. Слушайте, по-моему, я здесь вообще... А, нет, смотрите-ка. Мартфина я победил. Локомотив. Не, ну тут уж чересчур жестко все. Блин, тут вообще даже пикнуть не успел. Практически хоббит. Но хоббита порвали. Едем дальше. Мази 95. Ай-яй-яй-яй, как-то не так все получилось. Ладно, ну а здесь... Слушайте, по-моему, я довольно слабый. Да, я перешел на новый уровень, но как-то хиловатый. Ну а здесь что? Смотрите, он меня поднял ковшом и подбил. Энни. Так, как раз у меня для него есть подарочек. Ай-яй-яй-яй. Нет, успел все-таки. Успел я бомбануть. Да что ж такие все монстры-то здесь, а? Ну, на самом-то деле. Мне это не нравится. Надо, ребята, укреплять себе тачку однозначно. У меня всего 3 победы. Это ни в какие ворота не входит. Ёлки-палки. Просто салага. Ну что ж, тогда будем с вами улучшать машину. Однозначно. Чё, я получил 3 медальки. Это, грубо говоря, вообще ни о чем. И я на 8-м месте в данный момент. Хорошо, давайте глядеть, что мы сможем сделать с моей машиной. Так, а у меня 44 тысячи хп. Давайте, наверное, с вами посмотрим что-нибудь еще. Так, 4 звезды. Да я даже не знаю, ну-ка, в принципе, неплохо, неплохо он дает бонус. Так... Вливаем, нам нужно укрепиться по хпшкам, ребята, как ни крути. В обязательном порядке. Вот, смотрите, почти тысяченочку еще сверху. О, здесь вообще шикарно получается. Давайте вбахаем. Так, у нас почти 60 тысяч хп. Теперь надо нам и оружие усилить. О, неплохо идет. Следующее вот это, да? Нет, 175 маловато. Так, ну-ка давайте-ка, может быть, с вами сейчас посмотрим. У меня как раз на хп есть, да? Давайте его сюда вольем. Ёлки-палки, 7000 дает. Ну и ценник, конечно, тоже кусается. Нет, в оружие нельзя влить, приходится в корпус. 20 кристаллов, ну-ка нафиг, давайте что-нибудь продадим. Так, что у меня по колесам, а, ребят? Ну-ка, давайте-ка посмотрим вот это вот. Для классики заменим на переднее. Нет, идем в минус, так что невыгодно получается.
Хорошо, давайте тогда с вами продавать, скорее всего, лазер. Не то. Ну, я думаю, что... Давайте сюда вольем, наверное, вот этот корпус. 28 тысяч. Ну, а остальное, наверное, будем все-таки продавать. Давайте ракетницу эту продадим, близнецов. Денег вообще у нас нету. Надо зарабатывать хоть какие-то копейки. Так, отлично. 61 тысяча. Так, ну и что ты сопротивляешься? Так, отлично. Сколько у нас? 80 тысяч. Так, плюс 175. Ну что, довольно неплохо. И еще 175. Так, 18 тысяч атаки. Это хорошо уже. Блин, мало дает. Ну давайте ракетницу. Хотя, подождите, давайте, наверное, сравним с передней. Да, она слабая, значит, можно смело, в принципе, ее вливать сюда. 175 еще в плюсе к атаке. Замечательно. Что еще у нас есть? Три корпуса. Так, давайте вольем в колесо. Думаю, это неплохо. Так, еще 250, отлично. И остался последний корпус у нас здесь. Оу, плюс 500, шикарно. Это все в одно колесо, елки-палки. Так, тут у нас остался только лазер. И осталось у нас колесо. Давайте его, наверное, вольем. Хотя, подождите, нифига оно дает прибавки. Может быть, его поменять? А ну-ка заменим. О, вот так-то оно будет лучше. Зачем буду я продавать, да, ребята? Ну что ж, давайте посмотрим. Я на 9-м месте. Что у нас из этого получится? Там кто-то перешел сразу же уже на следующий уровень. Ну, а мы с вами вступаем в бой. Так, здесь у нас... Оу, порвали, как тузик-грелку. Так, а здесь? И здесь нас тоже... Хотя нет, ребята, я все-таки вздрючил его, но... Так, что у нас с ним здесь произойдет? Да, нас отчебучили. А здесь? Здесь тоже нас порвали. Ребят, что-то я вообще вроде дроздец. Ну, дроздец дал нам дрозда, как вы видите. А ну, а Рабзо? Отлично, ребята, Рабзо мы победили. Две победы уже есть. Ух ты, ханулка. Да, дала мне тут... Джазу, конечно, она. И Мартфин тоже. Слушайте, укреплялся, усилялся. И толку никакого абсолютно, ребят. Такое впечатление, что ничего ровным счетом не изменилось. Как был салагой, так им и остался. Трой, ну а что с тобой? Оу, тут даже и говорить не о чем. Смотрите, у них очень много, извините меня, карбоновых деталей. А у меня только лишь одно колесо. Но дальше нет смысла смотреть, потому что там нет медалей. Ладно, ребят, наверное, мы с вами увидимся в следующей игре. Так что далеко не уходите, я их объединю. Всем привет. Ну что, продолжаем с вами играть в Кэтс. Так, Проныра, Катер, Валун, Дрель, Лазер. О, дали близнецы и комплект на атаку. Это уже другой разговор. Давайте еще посмотрим сундук от спонсоров. Что у нас здесь выпадет? Так, отлично, еще один комплект на атаку. И давайте, наверное, с вами уже скроем наш ящик. Обычный, простой. В нем ничего, как обычно, хорошего нет. Ну, дали еще бонус какой-то. Проныру. Ладно. Активируем ящичек. И давайте, наверное, с вами как-то усиляться, укрепляться, я не знаю. Посмотрим, что у нас здесь есть. Так, лазеры появились. И близнецы. Так, этот близнец и... Блин, надо заменять, ребята. Вот так вот. Ну, потеряли 400 мощей. Это все фигня, ребят. Это можно элементарно вот так вот сделать даже. Опа-на. И еще 1500 сверху. Уже что-то. Уже не хухры-мухры, ребята. Так, лазеры, 4 звезды, 3 звезды. Вот так вот. Блин, теряются, конечно, очень много. Ну что, в принципе, мы готовы. Хотя нет, подождите, ребят, давайте еще кое-что мы доделаем с вами. У меня здесь комплекты есть, так? Ага, вот они. Слушайте, ну 46 штук. Блин, или 6 алмазов. Я хочу подэкономить маленько. Так, ну что ты, ничего не делаешь. А, в оружие же нельзя. В это,
здоровье делать. Что-то я запамятовал совсем. Давайте тогда возьмем своих близнецов. Так, отлично. И. Так, что у нас по колесам? Блин, передние даже мощнее намного у меня получаются. Так что, по идее, сделать мы больше здесь ничего не можем. Есть только корпуса вливать. Так, за все нужно платить. А денег у меня нету, так что придется, ребята, вот этим заниматься. Продажей, так скажем, ненужного хлама. Ну что, уже прилично. Денег нам хватает. 123, 124 тысячи. Теперь можно вливать. Так, отлично. И еще 175, маловато. И тут 175. Тогда вливаем этот, конечно же. Ну, блин, до 20 бы тысяч догнать бы нам по атаке, и было бы все хорошо. Но по ходу дела... А, нет, может быть, все получится. Давайте тратить уже кристаллы. Так, еще 175. Все равно не хватает, маловато. Блин. Так, и остался только корпус. Только вот куда его присобачить, я даже не знаю. И денег-то нету. И тратить неохота. Черт, я переставил. Блин, давайте возвращать все обратно. Зачем он сюда выпал? Так, переднее колесо, заднее. Где мои пушки? Ага, вот близнец. Вот еще один. Надо было мне тогда все-таки, скорее всего, близнецов развивать. Да, ребят? А я развивал просто ракетницы. Да и фиг с ним. Как говорится, че жалеть. Ну что у нас там еще по комплектам? Так, у меня здоровье и атака. Слушайте, довольно неплохо дает, да, 7000. И сколько? 21 кристалл. Блин, обалдеть можно. 21 кристалл, это, я считаю, дороговато, если честно. Ладно, ребят, поехали на чемпионат. Будем смотреть, где, что у нас здесь получится. Я, как видели, на 8 месте. Ну, понеслась. Опа-на, первый готов. Так, ну что у нас с этим? Ах, завалил. Черт подери, да что такое-то, а? Я уже не знаю, как мне еще улучшать свою машину, чтобы как-то давать отпор. На самом-то деле. Вообще, вата-ватой. Ну, а тебя-то хоть... Нет, не смогу я победить. Проиграл опять в очередной раз. Тут что у нас? Мази идет. И даже мази проиграл. Елки ты палки. Вот так, ребята. Ничего хорошего не получается. Даже камень проиграл. Фу. Слабак. Ну, трой. Смотрите, они все выходят за счет лазер, ребят. Все. Ну, дальше у нас нет звезд. Смысл смотреть вообще никакого нету. Так я и остался на 8 месте. Не хотел я переходить к этим мерам, ребят, но они меня вынудили. Так что все, теперь им крышка. Придется мне тратить кристаллы. Но зато, я думаю, сейчас им будет просто полный кобздец. Так, 26 тысяч атаки. Отлично, давайте еще хп себе вольем. Придется тратить кристаллы. Но, надеюсь, сейчас-то я устрою им карнавальную ночку. Поехали. Так, началась у нас заваруха. Так, что у нас с этим? Ты порвал, елки-палки. Ну, готов. Уносите этого ничтожества. Так, дроздец. Дроздец отлетался. Так, а что с этим? Ну вот, это уже совсем другой разговор, ребята. Вот теперь я чувствую мощь и силу своей машины. Самых этих бизонов рвем, как говорится. Отличненько, мази выкурил. Кинг-Конг. Вот Кинг-Конг меня победил. Ну, а Ками? Хе-хе-хей. Вот это уже совсем другое дело, ребята. Трой, черт подери, победил меня. Ну, а Хоббита тут смотреть не надо, там уже без медалек. И я стал, ребята, уже на втором месте, чего и требовалось доказать. А то, видите ли, разбирали меня тут как сосунка, но не тут-то было. Так, сейчас мы с вами немножечко еще подшаманим. Мы сейчас будем с вами ездить без колеса. А знаете для чего, ребят? Чтобы лишний раз меня не поднимали своим ковшом.
И я в это время успевал атаковать. Сейчас я на втором месте. Не знаю, конечно, прокатит этот вариант или нет. Но попробуем. Блин, не знаю, стоит тратиться, не стоит, а? Смотрите, я теряю 6 тысяч, да? Если я вливаю, я всего 4 прибавляю. Но лазер, он, по идее, сильнее. Да, он сильнее. Короче, давайте... Ага, 480. Давайте мы, наверное, не будем сейчас делать. Все-таки, я думаю, мы оставим близнецов. Но просто без колеса. Риск, конечно, велик. Я просто не хочу проиграть из-за своей пробы. Так, отлично. Мы забрали звезду. Так, теперь еще один. Ну, вот все, ребята, что и требовалось доказать. Ну, и трой, который там со своим ковшом. Хе-хе. Вот так-то. Все, ребят, я абсолютный чемпион. Чемпион, точнее. На первом месте сейчас должен находиться. И, может быть, если сейчас мне повезет, я перейду вообще на следующий этап. Хотя шансы очень малы. Но, по крайней мере, 7 побед уже есть. Так, 8. Осталось совсем немножечко. Ну, отлично. Давайте, давайте посмотрим. Получится, нет? 9. Так, а этот с лазером тоже проиграл. Рабзо. Готов. Так, мази. Отлично. Ну, оу, этот с тремя базуками. Да, проиграл Ками. Одного боя, ребята, буквально мне не хватило, чтобы перейти на следующий этап. Но, по крайней мере, я здесь абсолютный фаворит в данный момент. И навряд ли меня тут кто-то сможет сейчас одолеть в ближайшее время. Так что уже, наверное, в следующей игре я перейду уже на следующий этап автоматом по окончании лиги. Так что будем ждать. Ну, а на этом, ребят, я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. А вам всем пока и удачи. До новых встреч.